По новым дорогам уже скоро самарские автомобилисты смогут ездить на бензине стандарта Евро-5. В Сызрани запустили производство самого экологичного пока вида топлива. Выбросы в атмосферу ниже, качество выше. Преимущества оценили наши корреспонденты. Конечная точка по переработке нефти в высококачественный бензин стандарта Евро-5 находится в пункте погрузки в железнодорожные цистерны. Именно отсюда топливо отправят потребителю. Это первая партия в регионе, более 5000 тонн, изготовлены на Сызранском нефтеперерабатывающем заводе. Сызранский НПЗ – один из немногих заводов в России, перешел на выпуск бензина стандарта Евро-5 в этом году. На модернизацию направлено порядка 100 миллиардов рублей. Основная задача – выпуск чистого топлива, который повышает долговечность двигателя автомобиля и, главное, значительно улучшает экологическую обстановку. В рамках этой реконструкции, модернизации производства строятся и природоохранные, и экологические производства, которые позволяют утилизировать все вредные вещества, которые образуются здесь, превращать их в продукцию, которая также пользуется спросом на рынке. При выходе на полную мощность завод сможет выпускать в год около 1 миллиона тонн бензина и 2 миллионов дизельного топлива. Технология позволяет выпускать и 95-й, и 92-й бензин класса Евро-5. Полный переход на выпуск топлива 5-го поколения планируется через 3 года. Мы уверены, что это топливо будет востребовано. Мероприятия, которые осуществляет завод, проводятся в рамках глобальной программы модернизации, которая неустанно ведется компанией «Роснефть» и отвечает тем задачам, которые на сегодняшний день ставит наше правительство. На заводе уверяют, внедрение новых технологических комплексов позволит развивать не только нефтехимическую отрасль, но и экономику России в целом. Руслан Ишаков, Александр Дудко, Новости губернии, Сызрань.